Киберспорт, пожалуй, пока один из немногих вариантов активности. Во время пандемии выбирать не приходится. Пока матчи запрещены, спортсмены уходят в интернет. Кубок флагов мира впервые пройдет онлайн. Ежегодный международный детский турнир в этом году организуют на базе футбольного симулятора FIFA 20. А участникам вместо мяча понадобится игровая консоль Sony PlayStation 4. 12 начинающих киберфутболистов представят Чили, Россию, Германию, Мексику, Испанию и Данию. Напомню, традиционно Кубок флагов мира проходил в Химках на стадионе «Родина». В нем участвовали сотни юных спортсменов, а наблюдали за игрой тысячи зрителей. В прошлом году Кубок завоевала Германия, а Россия стала бронзовым призером. Кто победит на этот раз уже на поле в онлайне? Трансляцию смотрите 30 мая в 10 утра на официальном сайте турнира.